ничего нелепее смерти в расцвете творческих сил. Андрей Корсаков ушел из жизни, не достигнув 45. Неожиданно, рано, несправедливо. Скрипач-солист, о котором в неизменно благожелательных тонах писала критика. Дирижер, возглавивший, оставшийся в очередной раз без художественного руководителя, Государственный камерный оркестр Союза СССР. Создатель изящного камерного ансамбля «Концертина», педагог, исполнявший обязанности профессора Московской консерватории, наконец, музыкант, исключительно преданный отечественной культуре, не покинувший страну, несмотря на заманчивые предложения, таким запомнился нам Андрей Корсаков. Подумать, что запись одного из обычных концертов, только что прошедшего фестиваля искусств «Русская зима», в котором выступил Государственный камерный оркестр СССР под управлением Андрея Корсакова, приобретет особое значение, как последняя телевизионная съемка музыканта. Thank you.
И вспоминается сейчас первая съемка Андрея Корсакова. Это было 21 год назад, во время 4-го международного конкурса имени Чайковского. Андрей стал его лауреатом. Он завоевывал лауреатское звание в каждом состязании, в котором принимал участие. А все они были престижнейшие. Имени Паганини в Генуе, конкурс в Монреале, имени Маргариты Лонг и Жака Тибо в Париже, имени королевы Елизаветы в Брюсселе. Андрей Корсаков оказался из тех музыкантов, чье имя после конкурса не тускнеет, а наоборот, завоевывает все большее уважение. Слушатель на его концертах всегда мог быть уверен в том, что его ждет серьезное, продуманное, технически отточенное, одним словом, качественное исполнение. Критика подметила такую особенность его исполнительского стиля, как отсутствие внешнего эффекта, какой бы то ни было позы при настоящем глубоком постижении музыки.
Андрей Курсаков с одинаковой отдачей играл и в далеких уголках России, и в лучших залах мира. Зарубежная публика, не испытывающая недостатка в общении с искусством звезд первой величины, награждала его восторженными аплодисментами. По технике исполнения Курсакова можно сравнить с Хейфицем, писали рецензенты Голландии. Андрей Курсаков предложил свое прочтение концерта Чайковского, которое захватило от первой до последней ноты. Так отозвалась пресса Канады. Андрей Курсаков – настоящий музыкант, так писали в Бельгии. Триумфом советского исполнительского искусства назвали французские газеты «Вечер», в котором приняли участие Андрей Курсаков и Государственный академический симфонический оркестр СССР под управлением Евгения Светланова. Всегда сдержанный на похвалы Евгений Федорович сказал, что за последние 20 лет он не слышал подобного исполнения музыки Чайковского. Творческое содружество этих музыкантов – явление яркое, и об этом надо сказать особо. Их объединяли не только общие взгляды в искусстве, но и гражданская позиция. Это было сотрудничество единомышленников, идеальных партнеров.
спокойный, даже несколько строгий Андрей Корсаков был очень земным человеком, простым в общении, склонным к шутке. Нам дороги теперь все кадры, запечатлевшие музыканта, в том числе и в житейских ситуациях. К счастью, их можно найти в фильме Натальи Черновой, посвященном гастролям госоркестра во Франции. Без ноги играешь, молодец. Шутка без руки сыграть? Без руки, да, действительно, труднее. Без труки еще лучше без головы. Но без головы это массовое явление. Сколько раз вы сыграли концерт Чайковского? Вы ведете подсчет? Да, я веду подсчет. Я, честно сказать, с точностью до одного не скажу, но где-то скоро вот-вот будет 300. 300. Вам это не надоело? Не надоело. Не может надоесть такая музыка. К сожалению, порой музыкантам надоедает не только музыка, но и страна, где они родились и выросли. Многие, очень многие уехали на Запад. Климов, Крыса, Слободянник, Гордо и... Это по контрактам? Это контракты, да. Этих людей никак нельзя назвать, как это было недавно, скажем, невозвращенцами или что-то. Нет, это совершенно официальные выезды. Были у вас предложения такого рода? Предложения были, и среди них были очень интересные предложения, и с точки зрения творческой, и с точки зрения материальной. Теперь, кажется, что об этом говорить. Вот, но, во-первых, я не вижу никакой необходимости в этом, прежде всего, потому что я достаточно здесь бываю. Зачем мне здесь еще и жить? Я хочу жить дома. Thank you.
свойственно недооценивать своих современников. И только с их уходом мы в полной мере осознаем величину утраты. Андрей Корсаков много успел сделать в искусстве. Он отдал ему свой талант, свою душу, свою жизнь. Таково уж свойство артистической натуры – отдавать любимому делу все силы и не жалеть об этом. А Андрей Корсаков был настоящий артист.